Я в какой-то жопе, ты где? Я тоже в какой-то... Привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы играем карту хоррор, тысячи лет не было на моем канале. Карта называется «Адский курорт». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем проходить хоррор-карту. Поехали, Серега. Что, получается, нам надо в эту дверь зайти? Да. Отлично. Воу, звуковое оформление, как всегда, надеюсь, будет на высоте. И вам понравится этот ролик. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Серега, я уже тысячу лет не проходил хорроры. Воу, волки воют. Пентаграмма, Дима. О, давай будем двери все проверять. Давай. Нашел. Нашел череп. Один из пяти найден. Отлично, мне это нравится. Ништяк. Кстати, мы сквозь друг друга, да, проходим? Не мешаем в дверях. Да, да, да. Вот это плюс огромный. Здесь. Надо внимательно все проверять. Ничего нельзя упускать, придется все заново проходить. Но это не медальон мы нашли, мы череп нашли, а нам надо медальоны найти. Ой, ты видел? Она да ладно! Скрип этот слышал. Офигеть, слышу, у меня же мурашки по телу. Так, разработчик, аккуратнее, у меня же нервная система, а не так, как у нормальных людей. Сердечный приступ еще случится. А ну иди ты вперед. Окей. Коробки так коробки, ничего тут нету. Так, Серега, я так понимаю, вот эта дверь, которую нам в итоге надо будет открыть и сбежать. Да, она помечена. Закрыта. Хорошо, возвращаемся, там еще была куча всего. Ну смотри, пентаграмма, 5 углов, значит 5 медальонов проклятых находим и ставим их. Ой, логично, логично. Это же очень просто, очень. Да, элементарно, Ватсон. Обрати внимание, насколько очень качественно сделана карта. Да, это при том же ремастер, походу, я так понимаю, да? Да. Так, сейчас будет скример или что-то, я уверен, так всегда сделано. Здесь какие-то машинки. А, это двигатель, тут кто-то двигатель собирал. Слышал? Да. Псыкает кто-то, это ты, что ли, слышишь? Нет. А кто тогда? Не знаю. А тут-то? Ничего нема. Что-то за движок здесь? Поломанный. Ну тут что-то его ремонтировали. Все вытащили, а свечи зажигания стоят. Интересно. CSGO кто-то играл. Вагбан. Погнали дальше. Ботинок. А, я не могу взять. Ничего не берется, да, на карте очень все так сделано, что только все по сути. Так, здесь мы были, да? Нет, тут закрыто. Там мы были. Дим, нам походу вот сюда. Ой, это люстра светится. Опа. Так. Комната 1/6. Слышал? Опа. Офигеть. Немножечко сыкотно. Комната 1. Труп лежит, смотри. Где, где, где? Опа. Тихо. Шипы пробило поедет. Его. Офигеть. Есть пробитие. На пианине нельзя сыграть жопой? Я сел на него. Но он, видишь, не играет. Ну зато сел. Ничего здесь нету. Здесь что-то ничего такого, да? Ну что-то может мы пропустим, надо прям внимательно. Это же хоррор-карта. Всегда что-то есть, какой-то прикол. Да. У тебя никаких вещей тоже нету на колесико мышки? Нет, нету. Все позабирали может, у нас. Так, ну тут ничего, видимо, нету, но может быть в следующий раз нам что-то тут понадобится, я думаю. Не просто так здесь все эти комнаты. О, лампа. Взять ее нельзя, конечно же. Нашел! А! Что-то нашел. Да. Нет, медальон нашел. О! Отлично! 4 медальона, Дим. Все получаю. Молоток нельзя топор взять? Не, ничего такого не берется. Фу, тут кого-то порезали. Чувак лежит такой. Кишки из жопы. Чемоданов сколько, смотри. Ну? Это, получается, приезжие сюда приезжали и все, погибли все. Да. А вот замаскировали это
бельем. Типа, что вещи, да, не было видно. Да, да, да. Тогда тут все, надо на Е все нажимать, потому что что-то где-то есть, как всегда, скрытное. Помойка. Так, двери пронумерованы. 1, 2, 3. Давай в троечку. Квартира номер 3. Ну, здесь все как-то покомпактнее. Вот, что-то тут... Офигеть, вещей тут, конечно же. Очень много. Ну, какие-то даже на полу валяются. Много людей здесь погибло, я так понял. Опа! Да, опа! Ой, ух ты! О, Дима! Да ну, а что вы так пугаете меня? Я думал, тебе все хана сейчас будет. Крантец. Звуки такие стрёмные появились. Да. Кроватка детская. Здесь ничего? Не, здесь нет. Ничего. Нет. А ты я что? Тут наверх залез. Звуки появились. Нету ничего. А ну в шкафчике, ой, давай пожмем ну еще. Нафиг. Стрёмно. Тогда. Еще на ночь играем, ребята. Как всегда, ночью намного все страшнее, чем днем. Свет выключенный в комнате. Все четко. Картина так. Какая-то интересная. В трех комнатах были. Открываем все дальше. Давай прям по порядку будем открывать. А мы отсюда пришли. Чтоб ничего не пропустить. Да. А здесь. Окей. О! Это нас вывело снова сюда зачем-то, не понимаю. Прошли круг. Угу. Пройдем, пройдем. Закрыто. Закрыто? Да. Я думаю, нам все-таки надо сюда, Дима. Потому что мы отсюда тоже пришли. Вот. Пошли тогда. Сюда? Ну, можем сюда. Мы еще вот здесь не были. Идем тогда. Я уже не знаю, куда идти. Карта очень такая запутанная. Так, о, уже другие номера. 4, 5, 6. Давай посмотрим. Сейчас что-то будет. Ковер. Что такое? Череп нашел. О. Черепушечка картина. Есть. Смотри, что в раковине. Кишки. Ну это тут это, кто-то борщ вылил. Да, 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 да. Аж загусло. Кто-то холодец сварил. Да. Ящик. Ух ты! Ты видел, пробежал кто-то? Да. Откуда он пробежал? Тут же нема куда бежать. Получается, это монстр, который убил всех этих людей? Возможно. Тут ничего. Нашел, Сережка, еще медальон. Отлично. Мне это нравится. Еще больше варенья с борщом разлили. Трындец. Газонокосилка, смотри, куча этих кишков. О, я знаю, кажись, на что это отсылка. Газонокосилка. На что? На один старый фильм про зомби. Так, давай тогда дальше. А, пойдем. Дим, ты тут комнату. Я иду, я иду, я просто проверяю. Бывают такие вещи, что сзади что-то появляется, но ничего нету. А это ух ты! Ой, аккуратно! Как меня не убило, вопрос. Так, закрыто. Но мы не попадем. Видимо, не судьба. Тоже кто-то в КС-ку играл. Тоже Вагбан. Ой, давай на телефон нажмем. Нет, не работает. Так, здесь мы все, да, облазили? Да, все. Походу, здесь больше ничего нету такого, то, что нам понадобится. А вот эта кукла была мне, вот это интересно? Я не помню. Блин, я тоже не помню. Ребята, напишите в комментариях, была кукла или нет? Вроде бы не было. Так, давай дальше открываем. У нас было 4, 5, 6. Вот она, последняя дверь. О, бензинчик. Два бензинчика возьмем. Нет, нельзя его брать. Керосин, бензин, лопаты. Здесь уборщик, скорее всего, жил какой-то, я думаю. Опа, радио. Работает? Тогда какой-то шум издает противный. Как будто кто-то орет. Да, да, да. Такой звук, знаешь, немножечко такой аж страшновато. Ну нафиг. Такая самая чистая комната, оказывается. Да. О, ружье, нельзя взять. Кровяки, кстати, нету вообще никакой здесь. Поубирали. Ну я же говорю, уборщик живет здесь. Так. Куда дальше? Давай, вот сюда. Мы здесь еще не были, Дим. Идем. Вот в этой части мы не были. По порядочку. Да. Ой-ой-ой, вниз. Что-то вообще не хочется в подвал спускаться. Но придется.
Так, The Devil's Flower. Это дьявольский... Что это написано? Цветок. Слышь, дверь закрывается сразу. Офигеть. Что написано? Чёрт, ребят, срать. Насрать? Мужское сердце. Рот этот испорчен. Давай то ли ты пооткрываем. О, мухи летают. Очень антуражная карта. Надеюсь, ребята, вам понравится. И вообще, напишите в конце ролика, стоит ли дальше нам играть карты хоррор. Потому что, мне кажется, надо возвращаться к своему началу моего канала. Там, где мы проходили классные карты. О, Серега, тут этот... Что? Пароль, чтобы дверь открыть. Стой. Тут загадка у нас, скорее всего. Так. Первое. Солнце. Север. Вот, смотри, видишь, где подчеркнуто? Так, давай, север это юг. Ой, это... не-не-не, саунд, саунд это юг, это юг. Есть юг. Так, потом ап, вверх. Есть. И последнее, последнее, вест. Вест это у нас что? Я что-то забыл. Давай еще раз, 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 раз. Не... Запад. Короче, первое юг. Юг. Первое юг. Потом попробую сейчас запад. Запад, а там, где заходит солнце, это получается справа. Да? Нет, а восток. Да, да, короче. Так, 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 так. Открылось, Серега! Хорош! Да ладно, мы с тобой вообще профессиональные проходильщики карт. Классно сработалось. Мастеран, опа-на. Отлично. Здесь тоже... Так. Опять тут белье развешали. Так. Это симулятор дверей. Так. Это вот в обратку уже идем, Дим. А я перепроверю все углы. Я знаю эти хорроры, как они сделаны. Запихают куда-то, да? Так, за дверью что-то будет, полюбас. Ух ты! Фу, коровы! Ничего себе, здесь сколько всего. Очуметь. Блять, коровы, козы, скот просто перерезали. О, медальон. Так, три из пяти. Ее нельзя поджечь? На свечку не надо садиться. Так, блин, непонятно. Ну, мы уже нашли три из пяти, да? Да. Еще два медальона проклятых. Найдем, найдем. Вот я думаю, где они могут быть? Как ты думаешь, Дим? Не знаю, надо дальше проходить. Да. Где-то ж по-любому еще двери открываются. Карта очень классная. О, мы тут были? Да, там. Да, тут мы тут были. Тут мы все прошли по кругу. Есть такое, возвращаемся. Да, нам надо, скорее всего, пойти. Вот здесь есть дверь еще, Дим. Слышишь? Смеется над нами кто-то. Опа. Ну-ка, давай сюда зайдем. Что-то на столе валяется. Мусор. Коробки. Фигня какая-то. Еще больше дверей. Тут подъем наверх, Дим, есть. Воу, прикольно здесь. Так, надо это внимательно. Это бар какой-то, да? Да-да-да. Радио. Уже музыкальная шкатулка какая-то играет. В радио. Что здесь куча всего? Это так. Кухня. Еще тут мешки с трупами. Ядрить, колотить. Серега, нашел. Еще один? Да. Вот тут стоял прям. Нормально, пойдем. Кстати, если отсюда... мы, Серега, активируемся радио, будет бонусная комната какая-то. Да. Ну там губс. Груди будут женские. Я так перевел. Опа. Ничего здесь нету? Нет. А! Туалетная бумага упала. Кто-то жопу... сейчас летела. Жопу вытер кто-то. Так, не работает. Ой. Опа. Слышишь? Что-то неприятно. Опа, поломалось радио. Ой,
На что я сажусь вечно, да? Так, все, мы обошли здесь все. Да, мы здесь все обошли. Там еще есть где-то две двери, Димас. Даже три. Сейчас пойдем. Волки воют. У тебя тоже это все слышно? Да. Здесь что у нас? Кровяка. О, череп. 3 из 5. Ух ты, аккуратно, мужики. Пробьете мне новые ноги. Офигеть, смотри, сколько повылазило их. Ну, представь, если бы в тебя в один вонзился, это было бы неприятно, больно, скорее Трупейшн. Куда еще? Вот. Тут есть две двери, одна на второй этаж, а другая нас выводит... А, нет. Мы тут были. Да, да. Идем на второй этаж. Значит, наверх. Так. Вот пятый медальон. Осталось не так уж... Ого, здесь смотри. Да ладно, куча всего. Это плоть какая-то, Дим. Тогда я вообще не понимаю, это... Фу. Кишки из жопы. Стремновато. Представь в реальной жизни в таком месте оказаться. Ой, да вообще я бы пересрался. Тут в игре даже стрёмно играть. Да. Еще комнаты. Квартиры. Так, похоже, комната была, но это на втором же этаже. Опа. Фонарь загорелся. Ух ты! Да ёкалы мне, как я обосрался. Ты что так пугать? Блин, реально дернулся. Чуть мышка с рук не вылетела. Блин, они специально так сделали, чтобы фонарь зажегся, ты на нем сделал акцент. Да ну нафиг, разработчик, не надо нас пугать. Еще кроватка детская. Почему-то детская кроватка всегда ассоциируется с чем-то страшным, да? Да, во многих фильмах ужасов. Чувак стоял! Я видел тень. Да. Тихо, тихо, не пугайте нас. Ё-моё, это что было? Опа. Череп? Да. О. Да, медальон это сильно просто, если мы его сейчас нашли. Да, он, наверное, в жопе мира спрятан, Дим. Не, мы до него дойдем. Так, 10-я комната. Обрати внимание, все страшнее и страшнее получилось. Да, ё-моё, он прям на меня... Блин, у меня мурашки новые. У меня мурашки у мурашек выбежали. Ой, блин. Здесь ничего? Не, здесь ничего, только скример. Еще знаешь, на этой карте очень замедленный шаг, и быстро не можешь убежать. В этом есть прикол. Немножечко такой скованный в движениях. 9-я комната. Так, тут мы были, точно. Перепроверяем. Нет, это второй этаж, мы не были. Пока давай в 9-ю квартиру сходим. Давай. Я пойду первым. Давай, иди, иди, иди. Ковер. Иди. Мешки с сыном. Ух ты, на тебе. Я знал, что так будет. Я дернулся. Ладно, не знал. Я просто предполагаю, что скрибер тут на каждом шагу. Пианино. Играть нельзя, скорее всего. Так, нажимаем везде. Димас ищет тайную бонусную комнату. Опа. Телефон. Ребро человеческое лежит, походу. Так, что у нас тут? 11-я комната. А, вижу, Серега. Что видишь? Медальон. Отлично. Да. А давай проверим оставшиеся комнаты. Опа. Что это значит? Не знаю. Давай проверим уже все комнаты. Что тут? Что бы и нет. Да. Последняя при том же дверь. Ух ты! Опять это челик. Да твою ж мать, вы что делаете, блин? Вот, молодец, разработчик. 5 звездочек надо ему поставить, положить отзыв написать. Прям вообще стремновато будет. Здесь ничего. А еще там есть. Вон, вон, вон. А здесь кишки, это кто-то стену обгадил. Кто-то сел покакать, я понял. Про дрештейшн. Да. Ну все, у нас 5 медальонов проклятых есть, я думаю, мы можем возвращаться. Давай, Дима. Давай. А мы сможем тут перепрыгнуть? О! Классно, чтобы не обходить. Так, куда нам теперь? А, нам вот сюда. Идем, идем, идем. Так, отсюда мы начинали, я точно помню, да? А, вот storage. Да, смотри, может тут где-то черепушка заныканная. Нам, мне кажется, все нашли или нет? О, смотри, портал открылся. Да ну... Прикольно. Я пошел, ой, Сережка. Кишки, трупы. И что?
Дима, ты мы где? Мы не прошли. Я в какой-то жопе, ты где? Я тоже... Да ну нафиг! Твою мать! Зачем же вы так делаете? Ты тоже видел этот скрин? Да! Че, тогда нам вниз надо, не надо? Не знаю, похоже... Давай, наверное, надо. Давай. Опа! Ой, Дима, беги! 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 А че? Беги! Ух ты! Там эта тварь ходит. Получается, нам надо вниз туда как-то убежать от нее. Да, нам же надо, помнишь, надо было убежать? The Escapist. Так, давай. Чё, давай вместе? Давай, стой, вон она. А как ты ее увидел? Так, я не знаю, я побежали, услышал. Побежали, побежали. Да, я сюда бегу. Я за тобой. Проиграем так вместе. Вон. Очуметь. А, нет. Бежу, Сережка, бегу. Ты где? Я тебя потерял. Надо, чтобы кто-то из нас один прошел, мы тогда точно пройдем вдвоем. Я не знаю, куда я бегу, мне страшно просто идти. Мне тоже. Это тварь еще. Очень, ребята, стрёмная карта. Она меня убила. А я на картофанок залез. Димас. Да. Там надо пароль ввести. Там какой-то есть кейпад. А мы его не знаем. А мы должны узнать, походу, в этом лабиринте. Да ладно, это же сложно очень. Вот. Я бегу, я бегу. Вот, надо искать. Не, смотри, Воба, сейчас эта тварь может вылезти. А как нам пройти, если мы не знаем? Давай будем тогда вместе. Нам надо пароль искать. Разбегаемся по лабиринту. Вот она. Ай-яй-яй. Я убила. Да, Серега, она прямо с моей стороны бежит. Ё-моё, я бегу оттуда. Ха-ха, стрёмно очень. А где пароль? Ой, узнать. Ай. Может, тут где-то... Ну, мы не видели тут паролей, да, нигде никаких цифр? Да. А может, номер комнат, где были эти медальоны? А, нет, так они не в комнатах, везде прям лежали. Стой! Точно! Комнаты, Дима! Так, комната 1/6. Она вам прошла. Надо с пентаграммой. Я сейчас поищу с пентаграммой комнаты. Может быть, в них будет пароль. Прощайте! Ух ты! Давай, подожди. Ты помнишь, стой. Куда бежать, где открывать двери это? Да. Вон, видишь, эта тварь ушла? Прыгай. Давай. Я за тобой. Побежали, побежали, быстрее, быстрее, быстрее. Вот сюда. Давай, Дима. Давай, Сережка. Заходи. Побежи. Поднимаемся. Чё, и где мы оказались? Мы прошли, ребята, у нас получилось. Давай побежим туда. А у меня темнеет экран. You have escaped. Вы сбежали. Красавчики. Ребята, жду ваших комментариев по поводу этой карты. У меня сложились положительные впечатления и очень понравилась она мне. Но я так понимаю, что это еще не все. Что-то здесь еще есть. Удали-ка двери. Наизично. Смотри. Пум. И все. Вот, пати-рум. О, Серега, танцуем. Прикольно, прикольно. Ребята, если понравилась эта карта и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.